Сегодня у меня на обед суп, как слеза младенца. Такой чистый получился. У нас было креныши, поэтому у нас вот такой вот на обед супчик. Мясо тоже есть. Очень вкусное, с домашней лапшичкой. Сегодня у нас на обед мясо по-французски с фаршем, с картофелем, помидорчиками, луком. Залито все сыром, майонеза немножко. Вот такая вот сметанки, вот такая вкуснотища. И это моя порция. Будем сейчас кушать. Сегодня у нас на ужин супчик овощной. Тот, который вышел рецепт на канале. С фрикадельками и с рисом. Такой он красавчик. Сейчас муж будет насыщаться после работы. С кукурузкой и с зеленым горошком. Вот такие беляши у меня получились. Так что готовьте. Тесто супер мягкое, нежное. Правда? Правда. Так что такая вкуснота. Здесь пончики и две сосиски. Будем пить чай. Сегодня у нас на ужин куриные котлетки с сыром, картофельное пюре и салатик свежий с капустой. Сегодня у нас на ужин гречка и котлета, приготовленная в духовке с подливкой. Подливка на гречке. Такая же порция у мужа. У мужа побольше. Вкуснотища. Приготовила в духовке, чтобы было не очень жирно. Но мне больше нравится. Но запекала я где-то около 1,5 часа. Потому что, думаю, пускай томится. Вкусно. Сегодня у нас на ужин тушеная курица. В подливке болгарский перец, помидорка. Немножко даже кабачка положила. А здесь у нас такие вкусные ракушки с подливкой. Сейчас муж будет ужинать с мясом. Вкусно. Также сегодня у нас на ужин, точнее на 2 дня у нас второе, и получается здесь у меня салат мимоза. Салат мимоза очень простой. Тут в составе идут яйца, сайра, либо сельдь, консерва, то есть лук, потом сыр, майонез, все. Слоите как хотите. Можете вниз сайру, сверху яйца. Прослаиваю не каждый слой майонезом, чтобы не было очень слишком жирно. Итак, вот такой большой салатник у меня получился. Ну, это немного, он очень легкий. Здесь нету картофеля, ничего такого, прям такого тяжелого. Поэтому вкуснотища будет. Готовьте обязательно. Очень просто и легко.